стрим. Отдельную запись создал, да, на стрим. На этом мы, собственно, закончили в прошлый раз. Музыка, музыка. Вот, теперь все нормально должно быть, по идее. Собственно, на этот раз, в прошлый раз у меня все вылетело. Нафиг, нафиг, нафиг. Закончили мы на том, в прошлый раз, что я, собственно, переоборудовал... Нормально все, окей. Я переоборудовал, точнее, перестроил нахрен два своих города, естественно. Вот, видите, все в порядке. И, собственно, теперь я эти два города должен непосредственно развивать. Угу. А этот я только-только-только построил вообще. Совсем только. Тальке некуда. Так, окей, здесь. Погнали смотреть, что у нас... Или нет, или я смотрел уже, что... Да, оковы войны. Точняк, а я и забыл, что я на них закончил. Оковы войны, наверное, вместо лука из вишневого дерева пока. Хотя, по-моему, достаточно скоро я смог бы себе позволить лук снайпера. Плюс восстановление здоровья армии надо. Забочусь, нет. Вот, а восстановление одного балла заклинаний тоже надо. Здесь есть комбо-артефакт, который увеличивает здоровье армии на 25%. Если я его соберу, то будет офигеть. Уж на рабочем месте. Такс. А, кстати, стоп. А, да, здесь другое. То есть у меня колодец маны теперь может быть по-хорошему. Правильно ведь? Да, у меня может быть колодец маны. То есть если я сделаю так, так. Иго-го. Так, стопэ. Здоровье. Вот, восстановили по одному баллу. Вот, собственно, колодец волшебника. А, колодец волшебника. Восстанавливает весь запас маны сразу, да? Если мне понадобится, я его, естественно, надену на себя. И, соответственно, восстановлю всю ману, которая мне вообще может понадобиться. Но пока в данный момент он мне, естественно, не нужен. Так, давайте я теперь сейчас вот так вот сделаю, да? И я на этом сохранюсь, пожалуй. Вот. Чтобы не делать это еще раз, чтобы не вычислять там все дела. В следующий раз я сразу сохранился. Так, 5000 опыта. Вау. Окей, магию воды меня тогда Дример прям таки заставил под пытками взять. Я помню это дело. И, соответственно, у меня есть еще очень крутая, очень рандомная, очень армия. Угу. Угу. Окей. Сера? Я серу там не взял, оказывается. А, точно, я ж сверху еще вот здесь вот не посмотрел. Мне надо сверху вот сюда вот выйти сейчас будет. Это проще всего сделать через кулмир, через замок. Окейшки. Я тоже хз за кого играть? В смысле, Свегман? Это хочешь хз за кого? Вы про что? А, окей. Дример применил будку водой. Ну, типа того, как бы, знаешь. Так, кулмир, мне сюда. Текс, мне здесь есть что-нибудь важного? Нет. Ну, торгуются артефактами, но, насколько я помню, артефакты будут абсолютно теми же, что были. Нет, смотри, другие. Так. Обменено на удвоение ваших солдат первого уровня. Учитывая, что у меня бедный фей страдает, что пипец, это забей. Ну, по сути. Так. И назад. Нет, да? Что-то он не хочет. А, потому что я его не одел. Так. Нет. Ну ладно, хрен с тобой. Пускай у меня кольцо дипломатии, тогда просто так будет. Возможно, если я соберу сет дипломатии, то есть мне нужно кольцо дипломатии, ленту дипломатии и... хреноленту, блин, и что-нибудь еще дипломатии. Тогда, возможно, станет намного лучше все, естественно. Здесь еще есть проход за пожарами, но я не уверен, что я по... Да, я там какого-то врага видел, поэтому я вообще не уверен, что если я пожаров убью, у меня, собственно, не будет какая-нибудь задница лютая там.
Внизу у меня шахта. Есть еще, до которой мне, честно говоря, очень лень идти. И здесь есть самоцветы, мельница, еще одна шахта. Не, 249 грифонов я не завалю вообще, даже если очень сильно захочу. Ладно, постой, подожди пока. Так, а здесь мне надо гильдию магов первого уровня купить. Конечно. Что у тебя за белый юнит в замке? Это привидения. Привидения, которые остаются после того, как ты развалишь один замок и создаешь на его месте другой. Всем привет. Здорово, Хайван. Хайванчик. Вот. Фишка этих привидений в том, что когда они атакуют... помнишь, есть вампиры, например, да? Лорды вампиров, которые восстанавливают себе здоровье, если они кого-то атакуют. А привидения высасывают непосредственно жизнь. И они... Ну, как тебе объяснить-то, ё-моё? Они пополняют себя количеством. То есть, вот, допустим, 5 привидений. Атаковали они гнолов, допустим, да? И такие омням-ням-ням-ням, и привидений стало 6. Так привидений можно... То есть, чем больше привидений, тем больше привидений будет. Чем больше привидений, тем больше привидений. Логично. Соответственно, чем сильнее они атакуют, тем больше жизни они высасывают, тем больше их добавляется. Если у тебя будет 1000 привидений, ты можешь убивать любые отряды, и там будет 1200, 1300, 1400. Они будут постоянно реально повышаться. Это имба поганая, честно говоря. Но так как их сразу много как бы не бывает, они вон по 5 делаются. Дает герою плюс 5 ко всем первичным навыкам и дополнительный уровень магии воды. Или командиру все 6 базовых навыков на продвинутом уровне сложно. Просто на продвинутом уровне. Я смогу себе командира еще круче прокачать. Либо плюс 5 ко всем дополнительным навыкам. На самом деле это очень мощно. Я буду чуть поменьше ходить, но, блин, плюс 5 доп навыков — это реально мощно. И улучшать я, естественно, здесь ничего не могу. Окей. Так, теперь алтарь воды здесь. Радует, что я в теории в конце, да, после того, как улучшу полностью эти замки, смогу забирать аж тройную армию себе. И это реально стоило того времени, которое понадобилось на разрушение всех этих замков. С этой дипломатии вроде как нет, если его, конечно, вок не добавили. А я не помню, добавили его вок или нет, но, честно говоря, я его ни разу не собирал, потому что вещи дипломатические нужны в городах, чтобы города непосредственно улучшать. Знаешь? Так, а у меня есть портал? Нет. Тогда надо по... Блин, забыл улучшить замки. Надо тогда по замкам просто попрыгать. Чё, я буду пешком как нищеброд обходить. Погнали в Сориум. Так, что у нас здесь вкусного есть? А, 7-й день на самом деле вкусный есть, окей. Я немного подожду. На 7-й день, естественно, чем больше я возможность поставки армии куплю, тем лучше. Например, алтарь земли. Если вы покупаете на 7-м дне, естественно, со следующей недели вам тут же есть прирост нового. И это очень хорошо, всегда. Так, королевские грифоны, больше опыта, прикольно. Он у меня еще учится на халяву, потому что может. Так, неделька прошла. Что у нас есть? Ж. Нормально. 448 фейк теперь. Так, мне надо баллисты. Двухнедельная армия здесь была. Двухнедельную армию я здесь забрал. Ну что, погнали, наверное, напрямую. Что ж поделать? Здесь очищать я ничего не буду. Разве что я возьму ящик Пандоры и посмотрим, что у нас в подземельях дальше будет. Либо в подземелье, либо через кошмаров идти. У меня одно из двух. Где-то кошмар-то, ё-моё. Либо вот сюда вот через кошмаров идти. Хотя я не уверен, что так там можно. Либо в подземелье. И, наверное, я все-таки пойду в подземелье. Так, здесь у меня уже костер есть. Здесь у меня пока будет алтарь огня. Мне интересно, по идее, я жилище существ 8 уровня поставил нормально. То есть он не может 100500, я не знаю, юнитов 8 уровня в себе взять. Зато, из-за того, что я поставил их нормальными, здесь на картах достаточно часто начали встречаться лазурные драконы, кристальные драконы, волшебные драконы и ржавые драконы. А еще магические драконы.
Фишка в том, что я очень-очень-очень сильно попал один раз. Я решил драконью топию очистить. И вместо того, чтобы... Ну, это было в моей сохраненке, да? И вместо того, чтобы очистить драконью топию просто от обычных драконов, там на меня было 9 лазурных, 158 магических, 3 по 50 с хреном. По 50... Ну, с хреном, ладно, фиг с ним. 22 ржавых и 16 кристальных. И это все на меня напало в обычном, совершенно обычной драконьей утопии. Я их развалил, я потерял всю свою армию. У меня остались там какие-то одни стрелки, я не помню, какие только. Я потерял реально всю свою армию. И что мне за это дают? Мне дают 20 тысяч опыта и бесполезные артефакты, самым крутым которым... Ну, один полезный — это были крылья ангела, все остальные артефакты были бесполезными. Но я, по крайней мере, узнал, что действительно, да, такое здесь может быть. Поэтому я теперь перед каждой драконьей утопией предпочитаю, ну, сохраняться на всякий случай. Потому что мало ли. Если меня опять драконья утопия также прижмет, что-то мне не хочется, блин, сильно армию терять, вообще-то. Эти вечные щиты. 6 крепкие фениксов, хреново. Так-с. Давай с фейками, наверное, немного подожду. Да, фейки подождут. Так, сюда стрелять. Слава богу, у меня хотя бы лук снайпера есть. Я думаю, кстати говоря, если бы это что-то охранялось бы компом, да, то комп никогда бы через этих титанов не решился проходить. Просто потому, что комп не хочет терять свою армию об такое количество титанов. Ох, баллиста прям рулет. Бариста рулет. Так, сюда фейки. Титанов завалили. Угу. Это он по-прежнему сопротивляется щиту, которым я на него накладываю. Ух, найс. Орлиный глаз или магия огня? Вот охренеть теперь у меня выбран. Ну давай магию огня. И сейчас... Так, сначала проверка. Ага, 250-500 вивер. Ну ни хрена себе. Вот это я понимаю бои здесь. Нет, комп бы отсюда вообще никогда в жизни не прошел бы. Он просто бы на них не пошел драться. Так, крылья, пожалуй, самый сильный арт в игре. Не, вообще нет. Ну, по крайней мере, по моему личному мнению. Крылья ангела, нет, вообще ни хрена не самый сильный арт в игре. Самым сильным артом в игре? Ну, во-первых, я могу назвать самый сильный арт в игре, комбинированный на основе дракона. То есть это драконовый сет. Я не помню, как он называется точно. Но он реально, он безумно мощный. Какой еще мощный арт есть? Честно говоря, я уже не помню. Бдынь, бдынь. Блин, баллиста просто жжет. Учитывая, что я их набираю реально десятками, баллиста реально жжет. Три феникса уже потерял, да? Окей. Так, давай молитву наложим на своих. Мне нужно гораздо больше урона, да, вот 15 тысяч — это действительно гораздо больше урона. Я не знаю, посмотрим. Если у меня палатка скорой помощи восстановит трех фениксов, будет прикольно. Ну или хотя бы одного. Волшебство нет. Да, одного феникса она восстановила. Тогда окей, тогда спасибо. И видите, здесь как-то все очищено очень сильно. Мне кажется, что там комп-то есть, но комп не мог пройти через вивер. Здесь реально пусто. Здесь есть комп, он здесь был как минимум. Но он не мог пройти через этих вивер, учитывая, что потом его ждали вообще титаны. Не, ну если у тебя, понимаешь, если у тебя есть полет плюс прокачанная магия воздуха, да даже не обязательно прокачанная магия воздуха, просто полет и до хрена маны, если ты через магию играешь. Нахрена тебе крылья? Полет и до хрена маны, все. Все, что для счастья надо. Ты посмотри, он здесь все собрал. О, двойная атака! А у тебя есть двойная атака? Ну-ка, скажи мне, пожалуйста. Нет. Ага.
Ну-ка, подожди, я двойную атаку своему командиру хочу взять. Эй! Либо у него есть двойная атака, либо мне ее просто не дали. Скорее всего. А может быть, места нет, может, поэтому двойную атаку, кстати говоря, не дали. Я не знаю. Так, что у меня там дальше, чтобы. О! Нормально! Хотя бы разведка сейчас будет нормально, адекватная. Мне интересно, какой здесь враг был. Кто именно по цвету. Что здесь будет дальше? Здесь прямой проход наверх. Окей. Прямее не бывает. Ладненько, погнали наверх. Крайне странный переход, но да ладно, бывает. Рынок пока нет. Рынок пока я строить не буду, мне он не нужен. По крайней мере, до того времени, пока я не буду обменивать серу, мне рынок не нужен. Как мне придется кучу серы обменять, потому что за счет серы я могу купить только этих элементалей разума, да? Они, по-моему, так называются, вот. Тогда я уже рынок построю сразу, и все будет зашибись. Пока что мне рынок не нужен. Так, ну и что у нас тут есть? А, это, собственно, тот... то место, где сверху от меня, как я уже говорил, да, враги бегали. Так, давай попробуем пещеру исследовать. Смело вперед. Вы натыкаетесь на Василисков. Ага. И у меня все каменные. Охереть можно. Кроме элементаля шторма. Жесть. Вот это я на Василисков наткнулся от души. Я не помню, когда я последний раз попадал именно на этот ивент, но он прикольный. Как я не убил двух сразу, я немного не понимаю, но, наверное, я просто не очень. Так. Эксгибиционист, блин. Сейчас. Не достает. Уже. Не достает. У меня на всей армии сейчас висит постоянно огненный щит на 50 раундов. Что меня, честно говоря, очень сильно прячет. Не, полет дорогой, 20 мана, а так бегаешь везде, можешь открывать всю Пандору, брать арты на халяву, особенно все это круто в начале игры. Ну извини меня, в начале игры ты не сможешь завалить драконью утопию, в которой больше сотни драконов, как бы, да? Поэтому в начале этой игры, естественно, крылья ангела это круто. Но в начале игры, то есть, ты не завалишь драконью утопию, чтобы их получить. А если они будут просто так валяться, что вряд ли... Наверняка у них охрана будет даже не 6 уровня. Тут там 7, а то и 8 уровень будет у них охрана. Ну, существа, в смысле, 7 или 8 уровня. Поэтому я, собственно, в этом сильно сомневаюсь. О, сера, привет. Сера мне, естественно, пригодится еще. Так, кристаллы. Трупик какой-то, хрен бы с ним. Так, улучшен алтарь огня. Мне придется еще башню магии вторую покупать, чтобы улучшенный алтарь мысли купить. Такое себе. И сейчас просто, я не знаю, через неделю, когда я все это дело проапаю, я просто смотаюсь по трем городам, возьму тройную армию и пойду всех крушить к чертям собачьим. Следующая неделя, неделя фениксов. Офигеть можно. Вот это мне прокнуло. Вот это у меня хорошая неделька будет суммарно. Огненная птица, конечно. Я хочу их заводить. Тут заклинания сохраняются на следующие бои. Нет. Если ты наложил в бою заклинание, то нет, не сохраняются. Так, 4 феникса еще. Привет. Так, лучше на алтарь земли, спасибо. Здесь башня магии 2 уровня, спасибо. Сейчас алтарь мыслей, алтарь мыслей и феникса. Все будет зашибись. Судя по тому, насколько долго сходит коричневый, именно коричневый занимается в основном грабежами и армией. И у него самая большая армада, которая вообще есть. Блин, с коричневым надо быть поаккуратнее тогда. Аж хрен его знает, что у него там за армия. Так, башня магии 2 уровня, правильно. Так, а здесь вот улучшенный алтарь мыслей. Неплохо.
Правда, серу. В пятых поиграть не хочешь? Я не помню, почему я от них, собственно, отошел. У них вроде как даже рандомизатор карт добавили в поздних дополнениях. Вроде как даже русификатор можно скачать, поставить. Но мне почему-то хочется играть в третьих героев, а не в пятых. То ли там рандом мап кривые, то ли я не помню почему. Честно, не помню, я же в пятых играл. Я играл и в пятых, и в шестых. Причем, в отличие от всех, которые думают, что шестые это полная хрень, не. Мне шестые герои достаточно сильно понравились. Просто у них баланса нет. Никакого, совершенно. Но по красоте и анимации мне шестые герои очень сильно понравились. Серьезно. Так же, как мне нравится, например, четвертые герои. Несмотря на то, что я в них играть, блин, уже не... Опа! А чё это здесь комп раскапывал? Чё, серьезно, комп Грааль нашел? В натуре? Я не помню, чтобы здесь комп мог находить Грааль. Если комп нашел Грааль, то это пипец. Серьезный. Причем крайне серьезный пипец. Если у него прирост в замке на 50% увеличен, а он может докупать еще и солдат в замке, так же, как и я, да? Возможно, будет больно. С чего это ты вдруг здесь прокапывался? Скажи мне, пожалуйста, дорогой. Я причем, по-моему, еще не... Ну, ни к одному обелиску не подходил. Ну, максимум к одному, только я забыл уже, да? Очень странно. Кто-то Грааль нашел, видимо. Я вот тоже думаю, блин. Ну, как-то, я не знаю. Комп нашел Грааль, серьезно. Странно это немного. Просто странно. А здесь таки, да, здесь везде коричневый. Пипец. Опа! Сопряжение в песках. Ни хрена себе. Здрасте. Так, насколько это хороший замок? Сколько урона будет? А, в меня же не стреляют, точняк. У меня же стрела классная есть. Меня не стрелять не будут. А я же забыл. Даже учитывая, что у меня магия на 20% сильнее, что-то как-то не особо она сильно ощущается. То ли мне надо действительно скрытым навыком волшебство взять, то ли я, блин, даже не знаю. Отлично. Ну, собственно, все. Мне интересно, я за один этот... Не выкрою элементаль льда. Хотя, если я фениксом до тут дотянусь, то все будет нормально. Ну-ка. Да, феникс, естественно. Под молитвой-то, ё-моё. Отлично. Да, Он реально Грааль нашел. Охренеть можно. Грааль в замке элементальном дает вам абсолютно всю магию, которая есть в этой игре. Вообще всю магию. Это комп, конечно, красавчик. Я первый раз встречаю, чтобы комп реально Грааль нашел. Ты еще и себе его забрал, ты еще и использовал. Совсем с ума сошел комп, ну да, ладно. Так, что у меня есть? У меня есть склянка на плюс здоровья. У меня есть... Так, это не то. Это повышение скорости, это не то. У меня есть кольцо на все здоровье. Я не помню, что еще должно быть на здоровье. Склянка и кольцо есть. Надо еще что-то, и тогда я смогу, собственно, сет здоровья собрать, увеличивающий здоровье всех моих юнитов на 25%, плюс 10 фениксов здесь в замке. Охереть можно. Ну-ка, а ты еще больше улучшал? Нет, плюс 0. Он кого-нибудь здесь еще улучшал? Фей 0... Элементаль шторма 0. Ледяный элементаль 0. Он, походу, этот замок вообще не улучшал. Да. Так, ладно, я здесь посижу. Один ходик буквально. Сейчас будет неделя, там, собственно, войска появятся. Будет интересно. А заодно там желательно купить, наверное, разведчика, который позволит мне... Нахрена мне теперь башни магии здесь? Кто мне скажет? У меня и так вся магия есть, которая есть в этой игре. Пипец. Такс. Самый поганый компу, неважно даже всю карту видеть. Помню, игрался на карте 4 на 4, то компы начали раскопки, когда я карту открыл на 80%. Просто наугад на последние точки тыкали. Нормально.
Да знаешь, компу даже не обязательно видеть, где твой замок находится и так далее. Он это знает, у него интуиция, понимаешь, развита, поэтому он изначально знает, где твой замок, например, расположен. Ага. Недолго разве... Оу. Три кристальных дракона? Он респ кристальных драконов нашел, походу. Ну, в смысле, вы поняли, о чем. Любопытно. Да, разведчик действительно пробегал не так. Я его догоню сейчас. Картинка, кстати, классная, квадроп. Я, наконец, сумел ее посмотреть нормально. Картинка реально прикольненькая. Ага, а вот рез кристальных драконов. Неплохо. Неплохо сыграно, комп, неплохо сыграно. Такс. Я не знаю, ну разве что 10 фениксов взять, хотя феникс у меня... Не, нормально, все. Хотя не, у них доп. Респ есть, точно. Так, теперь я должен все это в скорость, все мои знамена полководца в скорость поставить. Естественно. Так, опа, я один ход не успеваю. А, точно, у меня же вся магия есть. Я забыл совсем про это. И внезапно у него оруженосцы 3 дракона. Вот поэтому комп читерит. Поэтому я, собственно, говорил, что против компа играть, вот когда он вот так вот читерит, очень неприятно. Ага. Ах ты, падла. Кого? Ну, да... Мат. Ну, во-первых, он обожает бить моих фей, да. А во-вторых, вот, ну... Мразь, как меня бесит, когда он разрушает мои баллисты и палатки скорой помощи. Реально невероятно бесит. Нахрен. Просто невероятно бесит, падла. Слов нет. Так, алмазного дракона завалили. 705 хп. Ну-ка, прими на себя ответку. Такс. Так. Давай пару рыцарям вдарим. Блинк. Так, ты кристальными драконами ответку прими. А, у него враг не отвечает на атаку. Окей. Блинк. 35-39, вы понимаете? Что от моих баллист? У меня одна баллиста всего осталась. Я не знаю, сколько он моих баллист разрушил, но... 1500 урона или 35 урона? По-моему, это сильно отличается. Ненавижу компа за это. Просто мразота. Вот серьезно, настолько фыр. Что слов нет. Бесит. Просто бесит. Так, ну-ка я у тебя фениксов завалю. Так, пир пошел. Он теперь... Падла. И просто он продолжает крушить мою палатку скорой помощи. Теперь у меня еще и палаток меньше осталось. Я уж не говорю про баллисты. Палаток осталось всего 45. Пипец. Ох, как же ты меня бесишь-то. Особенно вот этот кристальный дракон, которого можешь совершенно... А, у него... Подожди, у него все прокачаны, что ли? Ну, практически. Тогда понятно, почему он такой жирный. Так, с минус оруженосец. Это хорошо. 36 хп, надо его снимать. Так. Что самое интересное, он от меня пока не убегает. Честно говоря, для меня это удивительно. Ага, даже не убил. Ага. Так, кого мне хилить надо? Могу. Так.
теперь молитва, чтоб мои быстрее ходили. Минус Феникс. Такс. И минус Феникс последний раз. Мне повезло. Я, походу, полностью завалить успею. Нана. Урод. Он не успел убежать, потому что у него снайперы решили сделать... Здорово, Артём. Так, с чего... Так, я бы нанял этого оруженосца орды, а потом убил и стрелял такие клевые орды. Ну, фиг знает. Такс. Плюс, 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 плюс. И, собственно, на скорость. Ж, ж. Найс. Так, дубинка это хуже. Плюс мана это хуже. Сила заклинания воды в плюс. На самом деле надо, естественно. Так, это что такое? Кожа, Армагеддон. Хрен бы с ними, перчатки, хрен бы с ними. Все остальное как и было. Окей. Так, значит, он самый умный, он на меня отсюда прибежал. Так ведь? Так ведь. Сюда. Это не значит, что я должен как бы бросить развитие своих любимых городов, да? То, что я нашел этот же город, но только с Граалем. Не, ни хрена. Я свои города буду поднимать. Просто теперь я армию смогу из четырех мест сразу склепать, а не из трех. Что весьма прикольно. Они, кстати, не спешат на моего разведчика нападать. Видимо, просто потому что показывают, что у них охренеть какая армия. А я могу... О! Драконья утопия. Интересненько. А я могу, собственно, вот отсюда прибежать. И приди... Так, сохраняемся. Нет, вот сюда. И предъявить ему то, что он как бы был неправ, что он столько, блин, кристальных драконов забрал. А еще он сам забрал драконью утопию. Вот же говнюк. Как ему не ай-яй-яй? А, у меня оковы, вот почему он не убежал, точняк. Я уже забыл совсем, что у меня оковы войны, Дример, ты себе не представляешь. Я им так радовался, что я даже забыл. Точняк, у меня же оков войны есть, ё-моё. Тогда все намного проще становится. Сейчас ни одна эта скотина от меня не убежит больше. Всех убью. Так, наверное, надо завалить кристально. Немного кристальные драконы, по-моему, мне будет больше. Я извиняюсь. Нихера себе, немного кристальных драконов. На них не действует... Они еще и прокачаны. Иммунитет к страху, сопротивление магии. Да. Круто. Так, кто у меня примет ответку, вопрос? У него ответки нет, насколько я помню. Так, хорошо, минус 2. По-моему, у меня... Да, по-моему, у меня вот он будет принимать ответку. Поэтому... Так, стоп. Хотя я могу оруженосцем ответку принять. Изи. А я в него зато стрелять буду. Да, кстати, двойной выстрел у меня по-прежнему есть. У меня бедная одна, мать его, баллиста осталась. Это так обидно. Хотя у меня было в районе 40 их. Но нет, у меня осталось баллиста всего одна. Так, если ты такой крутой, где мой взрыв там? Ж, падла. Так, давай фениксы примут ответку, отлично. Фэр. Нахер пошел. Кристальный дракон. Окей, мои теперь. Так, с чем мне можно сделать? Мне можно сделать вот так вот. Здрасте. Сколько кристальных? Он одного кристального дракона себе взял. Говнюк такой. А ты в последнюю часть героев будешь играть? Последняя часть героев это неуважение. Создание последней части героев это было самое большое неуважение ко всем фанатам героев, которое только могло быть. Последняя часть героев, она отвратительна во всем. Она ужасна. Она баганая, она лаганая. В ней нет никакого баланса. В ней нет абсолютно ничего. Они просто взяли и добили серию игры. Это не то, что они пинают уже, блин, дохлый труп.
чтобы срубить еще больше бабла. Нет, они его добили и глумились над ним. Мат, короче, сплошной мат. Не матом говорить про последнюю часть героев очень сложно. Потому что они реально уроды. Юбики эти, которые, блин, просто поиздевались над бедным трупиком героев. У меня седьмой героев очень знатно бомбануло в прошлый раз. И не менее знатно бомбанул в этот. Просто уроды. Просто реально уроды. Если говорить культурным языком, аниматом, то они просто уроды. Могли сделать нормально. Причем все ресурсы у них даже были, чтобы сделать нормально. Не, хер там вообще. Бомбануло не только у меня. Бомбануло у всех фанатов героев. Причем реально так бомбануло, что ж ядерный взрыв по сравнению с... Блин, термоядерный взрыв в цивилизации по сравнению с этим. Это вообще, это просто петарда. Так, ладно. Не будем о плохом. Я разведчиком сейчас вниз пойду пока. А с собой, я не знаю, можно у сфинкса ответить на вопрос? Старик у ворот, тепло у волок. Сам не бежит и стоять не велит. Что это? Старик у ворот, тепло у волок. Сам не бежит и стоять не велит. А, сквозняк? Как вы думаете, ребят, что это такое? Просто давайте по-честному, не смотреть ответы. Есть ответы на все загадки, которые есть в героях, достаточно просто начало вбить, на самом деле. А, мороз же. Сам не будет... А, стоять не велит. Слушай, точняк. Ну, похоже на мороз, действительно. Я думал, сквозняк. Мороз? Верно, я благословлю тебя. Прикольно. Что за благословение? А, так, нет... Герой приобретает дополнительный опыт ежедневно. Забавно. Мой герой, у моего героя слишком утомились мозги, поэтому в следующий раз. Ну шаг, блин, детская загадка. Но я не силен в загадке, ну сорян. Я всегда был силен в ребусы, но я вообще не мог никогда в загадке нормальной. Это арбуз. Да не иначе, слушай. Очень похожее описание на арбуз, прям. Как похоже. Больше фей, богу фей, а то у меня всех феек бедных отбирают. Сейчас я их еще больше спаунить буду. Это Скарим. Ну, кстати, по описанию, почему бы нет? Может быть, и Скарим. Мороз, который тепло. Седобородый тогда уж. Так. Две атаки. Что-то у меня атаки мало, я заметил. Больше фей. Можно, конечно, больше фениксов сделать, какого хрена? 10 дерева, 10 ртути, еще и 10 руды. Почему бы нет? Я сейчас сделаю себе просто больше фениксов. Так, вот у тебя, по-моему, можно еще развивать. У меня такие крутые города получаются, прям вообще забей, прям. Мух. Всем городам города. Отгроханные по полной программе. Так, здесь у нас ничего интересного. Хотя камешек есть, например, еще один допой. Почему бы еще один доп камешек не взять? Так, сферка воздуха. Тоже пригодится сфера небесного свода, да? Поэтому увеличит разрушительность силы заклинаний воздуха на 5. Это я так поясняю, мало ли. Но у меня уже пихать некуда. У меня стрела, которая мне нужна для осад. Да и просто так выкладывать я не хочу, потому что я ее забуду одеть на осады. Хотя... Пофигу. Прям, чё мне эти осады-то, ё-моё? Я так силён, я мужик, могуч, все дела там. Так, больше фениксов. Больше фениксов. Больше фениксов. Я сейчас фениксами обмазаться смогу. Со всех сторон, просто вот так... Обтереться фениксами. Шаг, я припоминаю, тут можно было как-то всех существ определенного вида усилить. Напомни, где. В смысле усилить? Это усиление... Ну, ты думаешь, у меня просто так сейчас укрепленные фениксы? Крепкие фениксы.
Их можно было сделать, по-моему, в Синей Башне. Я ее где-то даже видел, но я обычно их игнорю, потому что они забирают очень много мифрила. А у меня много мифрила обычно не бывает. Вот, по-моему, здесь. Школа колда... Или школе колдовства, действительно. Так, Кулмир. Да, проверим. Давай, на следующем или после следующего хода, сейчас посмотрим, я так поизучаю территорию, что здесь вообще есть. О, а вот в этой изумрудной башне, например, или в изумрудной башне, а в синей башне навыки меняются. Сейчас посмотрим, короче, давай я в изумрудную башню загляну. Мне надо навыки в любом случае поменять, я хочу себе больше атаки и меньше защиты. То есть в какой-то из башен ты можешь поменять один навык на другой навык. В соотношении один к одному. Силу на знание, а атаку на защиту и наоборот, соответственно. Только один к одному, естественно. Так, ну-ка. Не, уходить. Значит, здесь. Комп, значит, сюда входил. Изумрудная башня. Вот она дает усиление на существ. Комп сюда уже входил, в эту изумрудную башню. И, соответственно, усилил фениксов, которые стали укреплены. Крепкими фениксами. Я не знаю, что это значит, ребят, поверьте. Я не помню, что значит крепкие фениксы. Но что-то это значит, наверняка. Почему у меня всего 8 фениксов зареспалось? Чё так странно? Стоп, было же 10! А, слушай, может из-за того, что я... Может из-за того, что я вот так сделал, они обнули... Ну ладно, не важно. Так, с привидений я теперь могу удалить, спасибо. Они свое дело сделали. Я ртути трачу на это просто какое-то катастрофическое количество. Да еще ртути купим чуть-чуть. Соточку. Капельку, да. Капелька ртути. Доброта, да. Так, слушай, чувак, а сколько у тебя там дефа? Ого! Ух, нихера себе! 10-19 волшебных драконов сверху. А. Вы подошли к огромному форту снаружи, обнаружили ветерана, ожидающего вас. Добро пожаловать в мою боевую академию, герой. Я собрал многих тренеров, которые могут обучить вам различных навыков. Хотите потренироваться? Да. Экспертное... А, повышение первичных навыков или вторичное? Первичное. Плюс атака или защита? Атака. 10 тысяч, конечно. Вот, изи. 10 тысяч плюс одна атака. Неплохо. Так, а вот еще одна башня и... Да. Или нет, или да. Да, навыки заклинания, навыки. А, нет, слушай, даже не в этой башне меняются. Повышение первичных, первичных. Сила или знания? Сила. Сила за 1,5. Да. Так, я ошибся. В какой тогда башне было общее повышение-то, ё-моё? Ну, то есть, смена одного на другого. Сопряжение читерской темы? Да не, Порс. С этим умножением, на самом деле, читерская тема практически все. Главное знать, как это использовать. И комп это тоже использует. Поэтому не удивляйся, я сам тоже не читер. Я делаю абсолютно все то же самое, что может делать комп. Понимаешь. Вот. Но две атаки всем титанам это не хухры-мухры. Не, ну так-то да, а ты приколись, я не знаю, на фениксов две атаки еще сверху добавить и так далее. Понятное дело, что не хухры-мухры. Но при этом у тебя... Кстати, на две атаки, по-моему, надо 25 мифрила и несколько своих титанов отдать. Естественно, ты сам отдаешь часть людей. И это, к сожалению, весьма обидно. Шаг, как улучшить войска по типу компа был алмазный дракон? Я сделал так, что никак. Они могут найти только респаун этих существ и улучшать. Но вот комп он читерит, реально. Не может у него алмазный дракон и быть оруженосом 4 уровня. Это не бывает, для этого карты не хватит. Комп реально читерит, к сожалению. Ну, это типичный комп, он всегда будет читерить, естественно. Так, фениксы. Отлично, ни одного кристального дракона не убил. Уху. Падла. Так. Блин, что-то мои элементали достаточно сильно пострадали. Я даже не ожидал этого. А, у него у самого нахрен на всех это ложится. Жопа такая. Огненный щит на всех. Внезапно. Окей. Так, минус оруженосец. 2000 хп ему сейчас снес. Ах ты, падла! Так. Блок атаки, такой блок атаки, честное слово.
Так, 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 баллиста сюда. Ну, чуть-чуть больше урона стал наносить. Капельку, капельку. Я про город сопряжения говорю. Да я понимаю, что ты про город сопряжения говоришь. Если ты про Грааль, то может быть. Если ты про что угодно, что не Грааль, то я с тобой, наверное, не соглашусь, Борс. Потому что я не могу назвать его читерским. Блин, у него даже кристальные драконы, их всего два, но они пипец прокачаны. Я ж не говорю... А, не, а волшебных он только что приобрел. А, окей. Бдынь. На кого? Неужели на фей? Да как ты меня запарил, ёперный театр, а? О, фениксы, 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 фениксы. Сюда, бзи. Так. Нет, фейк я пока поберегу. Огненный щит, зараза, бьет весьма сильно. У меня еще и элементы, элементали вот эти страдают весьма сильно, опять же. Шопа такая. Так. Его бы фейс спилить. Спилено. Так, здесь спилить. Блин, половину урона поглотил. А, не, вообще весь урон поглотил. Охреневшая жопа. Я, походу, сейчас реально снова всех фей потеряю. Чего мне реально не хочется. Но восстанавливать фей, либо восстанавливать элементали магмы, я прям даже не знаю. Да элементали шторма я тоже потерял уже. Не, лучше разума. Их я потерял еще больше. 12 элементалей разума — это все-таки весьма прилично. Так, а тебя я попробую просто восстановить. Чуть. 261 восстановление. Ни хрена себе, у меня силы сильные. Так, нет, фейки поберегитесь пока. Так, 55 шторма. Я вот единственное, что самое большое потерял, это 55 шторма. Я про врожденный иммунитет к магии существ. Ну, ладно. Не, ну такое может быть. Но видишь, огненный щит совершенно спокойно через врожденный иммунитет к магии подходит, проходит. А, так, я не помню, третий герой были призраки, которых не было в найме ни одном городе, но они могли присоединяться, когда их атакуешь. В конце боя становились поближе, когда скачан всех шотал. Градден, я про них уже как раз говорил. Так, книга магии огня. И дофига сапогов мертвеца, потому что они в конце недели дюпают друг друга. Это просто, это артефакт, который нахрен не нужен. Он просто забивает инвентарь. Специально причем, да, он на это рассчитан. Книга магии огня. Ну давай, чё бы нет. Так, плюс 12% здоровья командиру пускай будет. Чем раньше я избавлюсь от всех этих ботинок, тем, естественно, будет лучше, иначе у меня полностью забьется весь нахрен инвентарь. Так, 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 так. Здесь у нас сюрприз выехал. Мне бы кого-нибудь, буквально, какого-нибудь героя левого сюда бы. Я бы сумел это спокойно сделать. Тогда левый герой. Ла-л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 а, левый герой. Так, и мне надо куда? Куда? Мне надо вот сюда. Пускай уж у левого героя лучше эти ботинки множатся, нежели, блин, у меня. Его можно продать как минимум. Ты про кого? Про артефакт, что ли? Можно, да. Только надо место специальное найти, где его можно продать. Шаг, так артефакт продать, сапоги источник ресурсов. У меня по 5 героев с сапогами было ради этого. Ты знаешь, учитывая, что у меня есть прокачка замка моего, ну вот на больше денег, да? Мне ни нахрен не нужны вообще. Зачем? У меня денег и ресурсов просто попой кушай. Нафига мне еще сапоги-то? А тюрьму было открыть и сбагрить ему сапоги, блин. Логично, кстати говоря. Правильное замечание. А где тюрьма здесь? А-а-а. Правильное замечание, я лох, я согласен. Ну ладно, пускай разведчиком будет. Если уж я лох, то вот.
Так, улучшать замки мне вроде как больше не надо. Все замки, которые у меня есть, я уже прапал на ту степень, на которой я хотел их прапать, грубо говоря. Так-с. А внизу тюрьма не ближе, интересно? 5999 посланников воздуха. Нихера себе. Это просто, это нихера себе. Так-с. Так, во-первых, вот эти вот не нужны мне пока. Вообще причем не нужны. Я знаю, что можно, в принципе, до 5 знамен раздюпать в один отряд. Но я, честно говоря, этим заниматься не хочу, потому что на самом деле это долго и муторно. Так. Еще наноси. На еще. Все, вроде все отдал. Да, вроде все отдал. Отлично. Так, ну и, собственно, я могу немножко походить, а вообще... На пофиге можно... Можно даже героя удалить, на самом деле, нахрена? Зачем мне ждать раздюпа? Я могу просто удалить героев. Утопу вскрыл, она была вскрыта. Ее уже комп открывал до этого. Чё-то меня смущает то, что вокруг меня черное поле такое. Наверняка где-то... Вот здесь вот справа есть замок некров у него. Некрозамок, блин. Как хорошо, что он тюрьму не успел открыть. Иначе пришлось бы с еще одним героем бороться. Бла-бла-бла. Не имеет артефактов, да? Ну ладно. И да, у рюкзака героев такие есть пределы, но он большой, около 80 штук. Хрен там, в Воге он уменьшен. Там штук 40 или 50 где-то, понимаешь? Он, его реально уменьшили. Так, с магических прежде всего. Прежде всего, да. Жу. Так, сюда обоих, чтоб ударить. Жу. Эй! Парь. До гремлинов не достал. Протупил. Падла! Ну ладно, эти 5 фей. Опа! Шлёман, найс! Теперь я смогу с моим командиром танчить столько, сколько моей душе угодно. Ага, у него уже есть. Ну, ладно. Доп навык поиск пути. Давай, почему бы и нет. Так, здесь мне ничего не предлагают. 100-250 горынычей. Нет. Пожалуй, я обойдусь без битвы с горынычами. Ну их нахрен как бы. Так, а зачем мне этот герой? Ё-моё. Так, удалить героя. Так, ты захватывай здесь. Опа! А вот и волшебный дракон, от которых он здесь взял. Я понял. Удалить героя. Лепота. Так, внизу... Ах ты, падла. Офигеть, откуда у него второй герой там нарисовался? Хрен его поймёт. Ну ладно. Такс. Где он еще был? Он где Феникса снизу вошел. Он где-то здесь, да? Ага. Откуда он драконов себе берет? Там же драконы должны один раз в неделю даваться, не больше. Откуда, интересно, он драконов себе взял? И такое чувство, как будто у него справа есть замок, благодаря которому он, собственно, выходит постоянно. Шаг, советую играть с обновлением зданий, арены, утопии и прочее, здание перезаряжается, если ты уже с этим не играешь. Утопия на третий раз имеет такие армии драконов. Я не хочу. Arcane Punk. И утопия не на третий раз имеет армии драконов, она зависит от времени, которое ты в игре провел. Я могу через 4 месяца войти в утопию и получить по 50-60 драконов каждого типа в лицо. Я уж не говорю о том, что там реально могут быть лазурные драконы и... эти... Ржавые кристальные магические. Вот, вспомнил слово. Вот смотрите, вот откуда у него 5 уровня оруженосец, командир, этот, капитан Циклопов. Ну вот откуда? Ну читер долбанный, ну правда. У меня скомпот так горит по этому поводу каждый раз. Это просто забей. Такое чувство, как будто у него здесь где-то... А-а-а, ни хрена себе. Это сколько у него героев, интересно, здесь стояло в загашнике? Которые просто стояли и реально ждали. Странный комп. Меня всегда раздражало, что комп может расхреначить героев повсюду.
а потом просто стоять и ждать. А как наступит время, эти герои просто подлетают к нам. Блин. Замок смерти где-то вот здесь, вот прям вот совсем рядом. На болоте, кстати говоря. Угу. По-моему. Замок смерти на болоте. Приколюха. Да. Да Каркин Панк, в чем проблема? Взял, поел. Че, не мужик, что ли? Голоден? Поешь. 3,60. Маловато будет. 800. Маловато будет. Ладно, молитва. Так, сначала вот так. Дальше фейки сюда. Где? Элементали, такс. Я их не... Я феи не задену тогда, да? Ну, не. Я рыцарем могу как бы ответить на атаку, а феям нет. Поэтому феи надо убивать сначала. Так, теперь здесь. Выстрел сюда. И магма. Бдынь. Идеально разыгранный раунд. Так, хорошо. Что у меня здесь есть? Ничего интересного. Волшебный дракон на самом деле не особо сильно интересует, честно говоря. Множество сказочных... Да пошли вы нахрен! Мне вот не хватало только полтинник волшебных драконов в лицо словить. Один раз я такой же сделал, мне не понравилось. Я уже поел, но плова было мало. Ну чё, сколько можно жрать? Плова ему мало. Так, ну чё, ребятки, третий день. Я думаю, можно вполне себе позволить сделать себе так. Оп. Сейчас как армаду наберу себе нахрен. Ну, в смысле, просто в армию, в смысле, не надо. Нахрен не надо армаду набирать. Так, во-первых, естественно, баллисты. Баллист мне сейчас понадобится очень много. Так, Так. У меня сейчас, кстати, опыта порежется, просто забей. Так, кулмир. Такс. Здесь у нас баллисты тоже. Только 9 штук уже, неплохо. Артефакты все те же, хрен бы с ними. Вот это я понимаю, меня армия ждала. Такс. Дрейк. Так, еще такая же армада. И, соответственно, можно теперь в последний город Фрайзен, который я захватил. А как ты через препятствие была, я откуда знаю? Просто потому, что он может, понимаешь? О, я забыл баллисты в этом, во втором городе купить. Блин. Так, ладно. Немного смотаюсь во второй город снова. О, не, в третьем. Во втором вроде как купил, в третьем. Вот здесь вот я баллисты не взял. Так. Такс. И, собственно, снова назад. Ну, вот эта вот армия уже как-то внушает немножко доверие. Так, мне вниз надо. Блин, и снова снизу оттуда коричневый пришел. Да сколько можно, господи, прости. Он реально запарил отовсюду постоянно приходить. Он, кстати, от меня бежит. Это неудивительно, я могу его убить даже разведчиком своим. Хотя, как сказать даже? У меня разведчик-то такой, блин. Что пипец. Так, здрасте. И, соответственно, я сейчас могу просто на себя надеть колодец и восстановить моментально всю ману, которая у меня была. Так. Чем бы тебя завалить? Ага. Плащ отречения. Привет. Ладно. Бдынь. Давай сделаем сначала так. Ах ты падла. Ах ты падла. Почему он первый ходит, хотя у меня есть молитва? А, у меня скорость сбилась. Блин. У него внизу просто завод по созданию героев. Да я уже заметил. Причем этот завод замок смерти. Завод смерти по созданию жизни. Неудивительно, что он ходит первым, кстати говоря.
У него прокачки нет никакой, но у него скорость 9, в отличие от меня, скорость 7. Потому что у меня банально опять сбросились... Ну, вы поняли. Вот. Я все сказал. Я все сказал, а вы все поняли. Причем это еще с... А, нет, стоп. Я же не молитву использовал, я идиота кусок. Он же мне не дал молитву использовать. У меня просто фейспалм от себя сейчас, причем весьма сильный. Заметьте, кстати, сколько у меня баллиста там урон теперь нанесла. Во, неплохо. 6400. А баллиста у меня теперь 31. Наконец-то. Плащ отречения. Этот герой, кстати, как раз купил этот плащ отречения в замке. Он продавался. Он реально продавался. Здесь можно ультрафениксов нанять, но я не знаю, нахрена они мне нужны, поэтому я этого делать, наверное, не буду. Такс. У него где-то вот здесь вот прям замок. Где-то здесь. Я его сейчас пойду искать наугад. А, да, колодец одеть на себя. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Где мой колодец? Вот он. Такс. Убрать. Все, на следующий ход у меня будет фулмана. Да ладно, Шек, у тебя Dimension Door. Можно и скель карту за 5 дней с конца в конец. Да ладно? Ну, у меня не прокачана магия воздуха, поэтому Dimension Door этот я могу использовать всего лишь один раз за ход. То есть я не могу ее по 4 раза использовать, как с прокачанной магией воздуха. Поэтому как бы нет, не могу на самом деле. Так, здесь мне больше ничего не надо. Окей, погнали. Так покажи хотя бы пупер фениксов. Ну ладно. Фишка супер-пупер фениксов этих в том, что они... Ага. Ой, твою мать. Он еще и волшебных драконов себе прикупил. Ну, молодец, теперь он мне сделает. Причем совершенно спокойно сделает. Вот падла, а. Ну, падла. Ты понимаешь, их еще надо сначала... Так, давай сохранюсь. Если я потеряю большую армию, то я загружусь банально. Ну его нафиг. Они же ничейные, они же, у меня же дюпаются те существа, которые охраняют эти жилища. Сколько их там? А, не, мало, смотри. Вот они, духи погребального костра. Вот это обычные фениксы, да? Это духи погребального костра. У них врожденный палач всегда, у них больше ХП, у них доп контур удара, им будет гипнозу. Дополнительные заклинания на максимальном уровне прокачки, они могут респаться по 3 раза. Изначально они респаются по 2 раза. И, собственно, вот. Просто их убивать за... 30... Подожди, сколько ты мне урон нанес? 41? А, у меня была 31 катапульта. Ну ладно. Тогда нормально. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это был третий и последний. Кстати, странно, возможно даже 4. А, у них 4 доп, точно. У них же доп респа сейчас идет. Вот, заклинание доповое, видите, плюс 2. То есть у них 2 своих и 2 еще респа простых. Они 4 раза появляются заново. 4. Но фишка в том, что... Их сейчас можно всего по одному забрать, потому что у меня настройки карт стоят такие, что когда комп... ну, то есть, представьте, если бы их можно было по несколько собирать. Мне бы сейчас против компа пришлось играть против, ну, наверное, 50 изумрудных драконов. А это как бы, ну, не камильфо, да? И стоят они... Это самые, по-моему, дешевые 8 уровня существа. Божественные создания. Ага, ага, ага. Эта падла здесь будет ждать прироста магических драконов до тех пор, пока, собственно, не сможет меня убить. К сожалению. А я буду ждать до тех пор, пока туда не придет основа. Основа придет это не скоро, потому что сначала я захвачу один дол... А, вот он, я вижу его. Я захвачу один вот этот долбанный замок, блин, который мне всю видимость нафиг перекрывает. Так, здрасте. Тем более это вообще оранжевый. Я тут коричневый валю, а замок мне мешается оранжевый. Офигеть.
Давай, Свегман, спокойной ночи тебе. Причем это начальный замок оранжевого, судя по урону башен. Это правда начальный замок. Честно говоря, это офигенно. Призраки чудес, самое ОП, минус, просто минус 80% дефа, примерно утравит дамаг. Я бы сказал, что самое ОП 8 уровня существа это... Антихристы. Антихристы, потому что у них шанс на окаменение вообще какой-то лютый. У них реально, у них просто нечестно дикий шанс на окаменение. Круче, чем у Василисков даже, причем намного круче. Такс. Слушай, Финн, не хочешь ко мне присоединиться? Ну, бе-бе-бе. Так, мне надо наверх и валить коричневого. Ломать ему всякое. Ты что, совсем охренел, что ли? Неделя прошла, он просто взялся ливанийских кентавров и снова вернулся. Я охерею! Насколько же нагло жопа. Он даже убегать не собирается, видимо. Так. Мне надо туда, да? Окей, понял. Ну а сколько надо быть наглым засранцем, а? Слов нет. Здрасте, нахер. Офигевшую шелочь. Можешь скинуть ссылку на версию? На самом деле не могу, потому что я ее уже не помню, откуда качал. Обычно я ввожу, типа, просто, типа, скачать героев 358, и все. Спокойно берешь героев 358 и скачиваешь. А кровавый дракон от вампиризма ресуется как вампир или только хп текущего юнита лечит? А, по-моему, ресуется как вампир. Насколько я помню, у них респа есть все-таки. То есть это не... Ну то есть, если бы вампиры так не восстанавливались, это было бы глупо, согласись. Тогда вампиры были бы вообще ни о чем. И восьмого уровня существа, по-моему, делают то же самое. Так. Это еще... Мне осталось только ленточку получить. И, соответственно, я смогу понять, есть ли здесь сет этого. Сет дипломатии или нет. Так, медаль дипломата. У меня есть кольцо дипломата. У меня теперь есть медаль дипломата. Так, медаль дипломата есть. Кольцо дипломата есть. Мне осталось только дипломатическую ленточку себе найти. И посмотреть, собственно, стакаются или не стакаются. Они в какой-нибудь сборный артефакт, интересно. Угу, здрасте. Я тут что-то видел. Что я тут видел? Что я тут видел? О, зеленый, привет. Давно не виделись. Охренеть. Вот это хорошая армия, кстати. Это одна из основных армий, которые у него есть, судя по всему. Да, она на фул прокачана, и здесь действительно много всего. И у него есть сопротивление, зашибись. Так, ну что, посмотрим. Хотя 178 фениксов, серьезно. Так, жжу. Йоу. Жжу. А чё так мало? Блин, я ж не исправил, твою мать. Ну мне ж надо и было исправить, чтобы у меня скорость давали этим. Знамена полководца. Так, хорошо, минус все вампиры, это радует. Страдать у меня сейчас будут, скорее всего, только фениксы, поэтому... Поэтому ок. Ай! Ты шутишь, нах? Жесть. Я все пытался... Короче, у меня история с этим двойным ударом просто какая-то комическая, потому что я не помню, сколько я пытался добиться от этих рыцарей двойного удара и никак не мог. А он мало того, что на удачу, он мне еще удачный двойной урон нанес. Вообще охренел. Сета нет на дипломатии, да? Ну ладно. Не, в любом случае, я проверю это на себе, ребят. То есть, доверять, конечно, это прикольно. Доверяю, но проверяю, как обычно. Бла-бла-бла, но я на себе проверю, есть ли сет на дипломатию или нет. Если нет, ну окей, нет, бывает. Но мне же интересно узнать. А, брелок с... брелок смелости. А он мне недоступен будет, по-моему, да? Куча знамен полководца, естественно. Такс. Ж на скорость. Увеличивает урон на 20%. Да хрен бы с ним. Вообще не очень.
Так, 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 так. Брелок радости, да. Еще кольцо плюс 5 ко всем. Почему бы и нет, называется. Да. Вообще, на самом деле, кольцо бы на движение одеть, если уж на то пошло. А в накидке мне бы надеть... А мне нет накидки дракон, наверное, да? Накидка отречения, накидка... Хотя... Сопротивление магии пойдет. Я думаю, реально пойдет. А, подожди, стоп. Боевой же дух на вас... Да, на ваш же боевой дух не влияет, фейль. Тогда я себе одену амулетик, либо который дает 3 знания и силы, либо лучше, который дает 3 всего. Так будет еще круче. Где-то, вот ты где. Оп. Так получше будет. Я забыл, что на сопряжение не влияет боевой дух. Сопряжение вообще класть хотели на боевой дух. Они боевой дух хотели класть на боевой дух. Блин, снова замок смерти. Да ты жутишь нахрен. Где? Вот он, внизу, отлично. О, как меня раздражают эти вуали тьмы, ну честная мать его слова. Ну, а теперь появился диплосет, не знаю. Ай, гереть урон. Вот это да, и ладно, я возьму свои слова назад по поводу того замка. Вот этот замок, он максимально прокачанный. Так, восстанавливаем своих феек, а то что-то они прихренели немного. Самый скучный этап героев наступил, когда у тебя уже непобедимая армия, и ты вин, но нужно бегать за героями, которые уже толком и сопротивляться не могут. По сути, да, но, ты знаешь, есть здесь один этап, и здесь есть некоторые герои, которые могут сопротивляться моим героям, хотя четвертная армия, естественно, нет. Но будь у него там, допустим, под сотню магических драконов, я бы с ним уже ничего не сделал. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тера что-то там. Тера что-то там. Без магической двери, например, это было бы вообще нереально сделать, да? Но у компа... У меня есть одна огромная армия, а у компа много и разрозненных. Создал бы он одну огромную армию и прокачал бы, а так как комп читерит, он бы ее прокачал. Я думаю, что бой был бы знатный, причем вот реально мясной знатный бой случился бы. А так, ну сорян, чё ж сказать-то. Мне действительно надо сейчас помотаться повсюду и, собственно, поубивать его везде. Блин, 444 урона снесло 4 рыцаря. Прикольненько. Ах ты, падла. Не атакуй, не атакуй. Вау. Нормально, нормально. Пнул меня по носу. Серьезно, с ноги причем. С прогиба пнул меня в нос. Оу. Угу. Не добежал, да? Не добежал. Так, как у меня называется? Грейв, что-то там. Здрасте. Давно не виделись. Вот, видишь, у него было вот эти 30 драконов, бла-бла-бла, в одной армии, а скелеты и зомби в другой армии. Не свести денег не будет. Да пофигу. Вот-вот-вот не сглазить, деньги будут. А свистеть люблю. Даже вот так. Чтоб как ветерок был. Один брелок берсерка, или как-то так, который дает плюс один к знанию за каждую неделю. Лень. Чё-то имба какая-то, этот вок, плюс один знание в неделю. Здесь есть, знаешь, какой самый имбанутый артефакт для позднего? Который за каждого юнита в твоей армии дает тебе по 15 золотых. В итоге, ну ты представляешь, какой я бабло раз в неделю, естественно, да? В начале недели дает тебе по 15 золотых за каждого юнита в твоей армии. Я сейчас такое бы бабло... Ну, мало того, что у меня и так уже такое бабло гребется. Я бы еще больше такого бы бабла греб, что просто забей.
Он стал идеально, ничего не скажет. Да не говори вообще. Блин, надо было этих атаковать, вампиров, точнее. Они же на ответки не получают. Ну ладно. Что можно самое простое сделать? Вот так вот. Исследование магии Земли, да? Прочек. Вот здесь вот есть еще один замок внизу. Как минимум. Здесь больше замка нет. Так, подожди, а куда ты ведешь? Он ведет куда-то, в какую-то реку. Дорогу заканчивается на реке. То есть вот здесь вот есть еще один замок, как минимум. Здесь замка нет никакого. Так, здесь есть еще один замок, как минимум, вот тут вот. И здесь есть еще один замок. Возможно, здесь есть еще один замок, но так как здесь лежит сера, этот замок, скорее всего, ничейный. То есть мне сейчас надо вот от этого замка идти куда-то вниз, скорее всего. Это термо что-то там. Терминкс. Мне от него, собственно, надо идти вниз. И по дорожке будет еще один замок. Спасибо экспертной магии Земли. Так, деф на всякий я купил себе, чтобы не было потом вопросов. Да как-то уже пофиг до голды, да естественно. Но хотя ты знаешь, когда тебе надо в замках закупать армию, что-то как-то со временем становится вообще весьма не пофигу. Потому что армада стоит бешеного бабла, а у тебя этого бешеного бабла со временем все меньше и меньше и меньше и меньше. О, драконья утопия. Ну-ка. Да еще и закрытая, скорее всего. Это вообще интересно становится. Слушай, а может внизу замок ничейный, кстати говоря? Что-то я уже в чейности замка начинаю сомневаться, честно говоря. Но посмотрим. Так, полет. Да, реально, драконья утопия. Так. Сохранимся. Кто здесь? Не, здесь обычный дракон, окей. Только их уже 60. 60, 41, 46, 36, 42, 33. Офигеть. Мне, конечно, нипочем, но урон начальный они нанесут. Минус 240, 2 феи, давай, конечно. Минус еще 202 феи. Феи не могут ходить, потому что им страшно до хрена. Такс. Тогда не смогут двоих сразу атаковать. Давай-ка я пока... Оп, ждать. Так, вот этот не ходил. Вот этот не ходил. Бдынь. Так, вот этот вот не ходил, но что-то как-то ледяных элементалей не хочу тратить. Так, вот земляных, да, земляных можно, они жирные, шо слов нет. Бдынь. Снова бедных фей. Тварь. Так, ты можешь ударить вот этого. Ты можешь застрелить их командира, потому что он зараза такая. Так, что я могу сделать среди ма... Ага, палатка скорой помощи, да. В теории я должен восстановить всех фей, потому что у меня палатка скорой помощи... кстати, всего 28. Так, благословляю. Ты отползи пока сюда. Ты такой... Вау. Так, феня здесь. Так, фейки здесь. Отлично, у меня феи даже снова уходят. Найс. 226 феев все-таки потерял. Не все восстановил. Палаток скорой помощи очень мало. Магическое кольцо, накидка скорости. Почему бы еще больше скорости армии не повысить, правильно? Так, на всякий случай, все на скорость. У меня теперь скорость армии должна быть, ну, просто катастрофической, если не назвать еще приятнее. Не, слушай, здесь нет ресурсов, здесь наверняка замок чейный. Это интересно. Да. Прикольненько. Неплохая, кстати, армия в замке. Ну, учитывая, что он его только развивал, да, начальная армия была... Он его захватил очень давно, судя по башне арбалетчиков. Ни хрена себе, они урон вписывают уже. Так, какая у меня скорость без молитвы фей, например? 14, в 2 раза больше молитв. Аллилуйя. Скорость 18. У феникса скорость 28. Самые скоростные ребята это...
Насколько я помню, верховные архангелы. А, не-не-не, антихристы. Антихристы быстрее, чем верховные архангелы. По-моему, даже не фениксы, не вот эти духи погребального костра, а именно антихристы, самые быстрые среди восьмых юнитов, среди юнитов восьмого уровня. И, по-моему, мои фениксы только что с ними сравнялись. Потому что у них плюс-минус скорость то ли 26, то ли 28, честно говоря, не помню. И, естественно, это весьма прикольно, честно говоря. Вот. Бдынь. 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 Так. Найс. 144 феи. А, 49 установил. Ну, ладно. Хоть сколько там. Хм. Он все, что можно, купил? Подожди, он купил чудищ. А где он с чудищами тогда? Так. У него чудищ в замке нет. Значит, где-то с чудищами бродит непосредственно он. Кстати, еще одна драконья утопия. Это прикольно. Так, сохранимся на всякий. Посмотрим, что здесь будет. Нет, тоже дракон. Хорошо. Шаг, супер-архангелы разве не быстрее? Супер-архангелы? Суприм-архангелы? По-моему, нет. По-моему, антихристы все-таки быстрее, чем эти архангелы. Вот честно. Я не могу тебе точно сказать, потому что я сейчас не могу просто взять их и посмотреть, да? Сравнить вот так вот буквально. Но, по-моему, нет. Я могу ошибаться, естественно, но, по-моему, нет. Так, вот этих надо бить обязательно. Этих добить, вот этим пощам прописать, и все отлично. Эй, уйди отсюда. Мне вот только сейчас оруженосца потерять. Угу. Так, я не понял, а двойной удар не странно, у меня должен быть... Ну, то есть, у командира есть двойной удар. Он даже стреляет дважды. Но при этом по дракону он почему-то ударил всего один раз. Странный такой чувак. Здрасте. Так, что мне теперь это... О! Крылья ангела! Привет, детка! А вот это уже было, так что неплохо. Ребят, по-моему, у меня... Да! Слушай, у меня крылья ангела в инвентарь не вместились, ты посмотри. У меня максимальное количество предметов, поэтому крылья ангела банально не вместились в инвентарь. Зашибись. Загрузить. Нет, крылья ангелов я так терять не собираюсь. Хрен там. У меня реально просто максимальное количество предметов в инвентаре, поэтому крылья ангелов меня просто, ну, не вместились. Не бывает, такое исчезли они. Подумаешь, как бы, да? Жопы. Так, на тебе, сейчас я такого героя, блин, себе склепаю, там вообще забей будет. На тебе вот эту херню, вот эту херню. Так, здоровье пока себе оставлю, вот этот амулетик на тебе еще. Вот эта херня воздуха, повозку с рудой, конечно, да. Так, стоп, на здоровье себе оставлю, я сказал. Сопротивление, свиток. На стрельбу я себе оставляю. Так, палка. Так, стоп. Палка. Так. Амулет хрень. Это пока... Перчатки тебе. На здоровье пока оставлю. Так, скорость во время... кстати говоря, слушай. Повышение скорости. А давай еще больше скорости делаем. А какого хрена нет вообще? Я могу себе это позволить, так скажем. Так, гипноз хрень. Лук я себе оставляю. Щит хрень. Щит happens, так же как и хрень. Так, этот... давай я его скорее поставлю себе. Так, удар молнии хрень. Шлема хрень. Хрень. Так, свиток хрень. Сопротивление накидки на огонь. Драконовский пускай там будет. Слепота, да. Гномский щит, да. Еще одни перчатки. Лук не надо. Так, нет, это тоже не надо. Еще одни перчатки сюда. Свиток.
Так, бла-бла-бла, плюс одну ману. У меня целый колодец нафиг есть. Доспех. Что там? Дает иммунитет, а вражеские их заклинания разума. Окей, медалька берсерка, окей, плащик ненужный. Окей, так, сюда, сюда. Кистень на тебе в руку. Так, это хрень. Все, да? А, у меня повтор, оказывается. Я не знал. Все, я себе оставил все самое интересное. Окей. Спасибо. Спасибо, спасибо. Какой топовый замок, по твоему мнению? Ну, мне всегда нравился Оплот, поэтому я всегда буду считать топовым замком Оплот. Просто потому, что это мой любимый замок. А вообще, если беспристрастно посудить, то на самом деле здесь баланс все-таки есть. Небольшой, но есть. Мне нравится сам замок, мне нравится башня, мне нравится Оплот. Скажем так, давай так. Мне не нравится болото, замок болотный. Мне не очень нравится темница. Не очень нравится, скажем так. Просто не очень, да? Я очень параллельно отношусь к Инферно. Я не знаю, что с ним все кайфуют, но я не очень люблю Инферно замок. Ну вот, пожалуй, все. Все остальные весьма неплохи. Этот замок был рандомный, потому что чатик проголосовал за то, чтобы я рандомом начинал. И, собственно, рандомно у меня начался замок сопряжения. У тебя все части лука-снайпера, все же лучше золотого лука, можно в мини стрелять. Нет, у меня не хватает одной части лука-снайпера. У меня есть, у меня не хватает тетивы. У меня есть колчан, у меня есть лук, мне не хватает тетивы. И тетиву я, по-моему, где-то находил в прошлый раз, когда я играл в этот сейф. Но сейчас я его найти, к сожалению, не смог. Поэтому, сорян. Тетивы у меня нет, и, собственно, получается, что... Я не могу себе позволить сделать лук снайпера. Я знаю, что он лучше золотого лука, естественно, я бы его заменил, но пока я себе не могу этого позволить. Так, феи восстановили. Кстати, если решили поиграть в этих героев, ребят, и у вас, если вы играете с оруженосцами, да, никогда не используйте на оруженосца лечение от палатки. Потому что если вы используете на оруженосца лечение от палатки, он лечится до 1 шт. Потому что это оруженосец фактически, а 18 это его левел. Вот, поэтому если вы его вылечите, он вылечится до 1 и, соответственно, сдохнет. Такие пироги. Будьте аккуратны. Ну это так. Информация к размышлению, скажем так. Так, крылья ангела, привет. Окей, подтыгдыкали отсюда. Так, стопэ. Сейчас я посмотрю, куда мне надо тыгдыкать. Так, здесь больше нет наверняка ни хрена. Мне надо как-то в подземное царство, собственно, выходить. Где-то здесь. Ну, и где-то здесь на самом деле есть замок. Правда, я не уверен, что он... Не, он чейный. Ага. Нет, стоп, это не замок, это вход. Это вход, замок вот здесь вот расположен. Ну, в любом случае. Мне надо вот в этот вход. Вот сюда вот где... Вот в него мне надо. Для этого самое быстрое это пойти пешком отсюда, на самом деле. Так, ты молодец, ты на себя взяла тяжкий груз артефактов, отдыхай. Такс. Инферно крут же, там песики кусь возьми. Ну, окей, у тебя такое мнение. Меня же спросили по поводу моего мнения, правильно? Я говорю, что мне инферно параллелен. Вот и все. Не смог найти тетиву в инвентаре. Так, солдат, по-моему, готов преодолеть большое расстояние. Мог бы... нужно снять ее сапоги противодействовать. Согласны, сделали? Да. В смысле? У меня нет тетивы в инвентаре. Она не завалялась. У меня просто нет. Не пугай меня так. Я же думал, я не очень. Нет, я очень. Блин, еще один грязь по кристальных драконов. Да ты шутишь нахуй. Сколько у него кристальных драконов может быть? Это реально, это пипец. Только сейчас это респ оранжевого. То есть у меня был у коричневого кристальные драконы. Сейчас кристальные драконы есть у оранжевого. Вообще зашибись. Так. 20-49!
Серьезно нахер? Да. Так, где моя стрела? Стрела, иди сюда. И не хочу я, чтобы в меня замок стрелял снова. 20-49 кристальных драконов. Круто! Шаг, не считаешь ли, что надо ввести новые сеты, вроде сета дипломатии, отречения и сета из четырех книг стихий? Давай писать петицию. Да кому ты будешь писать петицию? Они собираются сделать новый замок уже давным-давно. Они собираются сделать 3.59, и пока это до сих пор стадия разработки идет. Уже 6 лет, по-моему. Вот, поэтому... Тут петиция, не петиция, разработчиков-то нет уже. А у энтузиастов, ты знаешь, как все энтузиастов делается? Между, в перерывах между основной работой они могут потратить минут 10, ну или час, допустим, в день на то, чтобы сделать что-нибудь для мода. И все. Им же за это никто не платит, это чистый энтузиазм, и все. Поэтому тут создавуй, не создавуй, все равно получишь по голове. Так, дай-ка я сюда зайду. Интересно, он скупил все отсюда или нет? Ах, жопа. Он еще отсюда все и скупил. Где, интересно, полная его армия отсюда? А вот это сейчас было очень нагло, честно говоря. Вот прям совсем охереть, как нагло. 64, 25, 22 кристальных дракона. Учитывая, что я знаю, что это комп, наверняка они будут прокачаны. Конечно, даже несмотря на то, что наверняка он их докупил только что. Но нет, они будут прокачаны. Конечно, это же комп. Угу. Он прервал выполнение заклинания у меня, потому что у него экзорцизм есть. Зашиби, зашиби. Зашиби. Как они меня трогать мои баллисты, а? Ну просто слов нет. Мне надо стрелками фениксов убивать. Походу. Так, давай сюда. Бдынь. Давай сюда. Бдынь. Давай сюда. Бдынь. На. Ого! Еще минус 51 грозовой элементаль. Неплохо, блин. А, не грозовая земляная, естественно. Вот это же вопрос стоит, блин, фей восстанавливать или элементалей? Фей. Вопрос уже не стоит. Фей. Так, у них почти фул хп, хрен с ним. Опа! А фениксы ты мои баллисты потрепали серьезно, но недостаточно. А вот если кристальные драконы их потрепят, то да, это будет намного хуже. Твари. Так, ну чё, кристалки? Два! Отлично. У меня молитвы нет. Стоп, молитва. Опять он приврал! Мразь, у тебя 30% всего шанс прервать. Какого хрена? Просто пипец какой-то. Что это такое? Минус фей. Окей. Сколько? 60... Ого! А, они у него в максимум прокачаны, поэтому эти бегемотики по два раза бьют. Окей, окей, деф. Так, этих можно ударить. Этих можно ударить. Бегемотов сливать к чертям собачьим надо. Иначе это просто пипец смерть будет. Так, сюда. Наконец-то, твою налево. Полвек не прошло. Так, кристальных драконов. Еще два. 9 фениксов в жопу убивают.
6. Так, бдынь. Так, еще 8. Жопа. Ну ладно, по крайней мере, они у меня много походили. А вот сейчас, кстати говоря, было весьма больно. 1400 урон по баллисту, это еще минус 4 баллиста у меня. Шняга. Че выберешь? Мразь. Стрелков моих блочит. Самое главное ему стрелков заблочить, конечно. Ау. Это было ау. Так. Урон по 777. Так. Нафиг. Нафиг. Шторм. Так, снова молитва. Отлично. Так, Феня, сюда. Завали этого бегемотика. Молодец. Так. Здесь я валю, чтобы у меня точно хоть кто-то смог стрелять по кристальным. Стоп. Шопа. И он, естественно... Нет, смотри, на шторм пошел. Я думал, он заблочит выстрелу этих у ледяных. Больно. Хороший звук был. Так. И вот вас. Найс. 1291 фею потерял. Обидно, блин. 63 земляных элементаля, 24 феникса, 173 энергетических, 7 баллист. Фэр. Похоже, кто-то дракончиками обмазывается. Да пипец просто. Так. У него, кстати говоря, весьма ценная броня была. Вот это вот драконья, да? Хотя я все равно достаточно далек от драконьего сета. Это я вынужден признать факт. Так, смотри, причем у него еще и респа была разная. Респа псих-элементали и так далее и тому подобное. То есть повезло чуваку с респауном очень хорошо. Мало того, что замок весьма неплохой, элементальный, да, как у меня. Но у него вокруг еще были спаунеры существ доповых. Вообще офигеть. Воздух, земля, пси-элементали. Здесь вообще болото, которое позволяет все четыре стихии нанимать, насколько я помню. Короче, чувак... Да еще и кристальный дракон, естественно, о них не забываем. Короче, чувак таки реально обмазался. Причем всем, чем только можно. Так, ладно, смотрим, где у нас коричневый. Где-то, наверняка у коричневого где-то еще есть замок. Иначе бы он столько так долго не жил уже. А где замок у коричневого, может быть? Где-то вот здесь. Судя по всему, где-то вот здесь у него есть замок. Возможно, даже вот тут. Да, вот здесь замок. Рядом месторождение, соответственно, дерева и камня. Значит, здесь замок. Здесь надо войти. Ага. То бишь, мне надо в этот элементальный замок, где есть Грааль. Как он называется? Фрозайн. Валим туда. Так, теперь баллисты. 7 потерял, 6 наверстал. Спасибо и на этом. О, и Феникс. О, фей, конечно. Ко мне мои феи вернулись. Уди, пуди, какая прелесть, нахрен. Ладно, не горю, не горю, не горю. Ах ты, падла! Такс. Шопа. Отпускать его хреново, потому... Ох, нихрен... А вот его основная армия среди вторых. Причем у этой падлы есть еще один замок. Либо который я только что захватил, потому что у него не было бы столько огров. Ну, либо я, блин, даже не знаю. Нет, отпускать я его не буду. Хрен ему. А-а-а, я уже? Ну ладно. Значит, мне придется все-таки его отпустить. В замке, естественно, никакой армии не... нет, недель там еще не прошла. Как я туда попал-то, ё-моё, я попал сюда, туда, отсюда. Фу, как это далеко. Ладно. Коричневый, по крайней мере, коричневый пока не высовывается, за что ему огромное спасибо нахрен.
Поэтому пока на коричневый я могу положить свой большой и толстый и продолжать бороться с оранжевой мразью. Вот это поворот из-за угла выскочили гопник. Да не говори вообще, охренели! Причем он сейчас распределяется, да, и потом мне его снова ловить придется по краям. Что весьма сильно раздражает, естественно. А ну всосись обратно в замок, мразь. Что-то коричневый ходит прям. Что? А, у них телепорт. У него телепорт обратно в замок. Хотя... Подожди, здесь нет такого. У него что, герой развит... А, ну да, у него основная армия. У него развитый герой. У него есть еще один замок. Не просто так он таки... с такой оплотной армией ходит. А-а. Или... А, нет, у него не оплотная армия. У него все понемножку. Нет, тогда у него замка больше нет. Тогда хорошо. Опять замок отхватывать. Ну, шакай, герой прикольный. Здорово, Супидайл. Да, геройчики. Да проходим то, что я в прошлый раз начал. Так, нахрен пошли. Я здесь просто в атаку попробую. Мне здесь не нужна никакая тактика уже. У него не такие большие войска, чтобы я их боялся. Поэтому пошел бы он нафиг просто. Единственное, что я бы контрудар своему Фениксу дал, но у меня командир ходит ой как не скоро. Поэтому я этот контрудар дать банально не смогу. Жопа. Ага, ну ладно. Значит, меня не будут атаковать. Надо ставить максимальное количество противников, тогда тебе просто не продохнуть будет. Я не ставлю больше 5 противников, просто потому что... Ты знаешь, я люблю не с самого начала, вот, чтобы мясо, чтобы мне все захватывали, чтобы мне потом это отхватывать. Не, я люблю хотя бы месяц просто так развиться, хорошо. А потом сталкиваться армиями, да? Если ты ставишь много противников, у тебя нахрен каждый... Из каждого долбанного угла будет противник вылезать, чтобы тебя убивать. Реально, из каждого долбанного угла. И это раздражает, естественно. Так, где мне теперь эту мразь найти, мне интересно. И как же бесит, когда вот так вот тебе приходится героев противников по чуть-чуть искать. Чтобы эта падла больше не выбежала ниоткуда и не захватила мой город. Реально, оно все убегает, видимо, убегает, да. В какой-нибудь самый дальний угол здешней локации. Чтобы просто переждать там. Или здесь еще один замок. Обычно месторождение камня обычно просто так не дается. Нет, 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 смотри, действительно, он тут. Ох, поймал я наконец тебя, мразь. Че у него там пофиг? Что? У меня снова скорость сбилась, да? Да, плюс 2 здоровья. Твою мать, вот как раздражает, когда сбивается эта скорость, которая тебе так нужна. Реально раздражает. У него еще и маг пипец как быстро ходит. Так, нет. Как, я как-то пропустил, все-таки крылья получил после перегиза шмоток. Да, получил. Я, собственно, прошел еще раз драконью утопию, и крылья теперь мне достались. Ты же слышишь, что я такой плюх-плюх-плюх делаю, когда я бегаю по земле? Это же значит, что у меня просто постоянный полет есть. У нее блок урона был, а я так... Ты вроде... Ох, ни хрена себе! Падла. Ну, падла. Он все-таки добил моих фей. Я ничего с этим не делать не могу, он просто агрится. Ой-ой-ой-ой-ой! А, не, нормально. Я уж подумал, элементов шторма выкосит. Ну, нормально. Все. Мразь оранжевая умерла. Найс. Ага, еще один коричневый. Пам-пам-пам. Сидел и не высовывался. Вдруг что-то, блин, стало не так. Такс, ладно. Мне надо в гроза-за-за-за-за-за. Но перед этим я сначала, естественно, помотаюсь по своим замкам, потому что они прикольные. Посмотрю что-то как здесь у нас по баллистам. 5 недель я пропустил.
пятинедельной армии здесь уже должны быть. Ну вот, по 395 фей чисто с этого одного замка, потому что у меня там феи пропали очень сильно. Получается, тетиву так не нашел. Бе-бе-бе. Слушай, машина здесь есть? Нет. О, подожди. Еще один артефакт на повышение скорости. Ну-ка, три артефакта у меня есть теперь на повышение скорости. Может, они сыграют? Блин, это долго будет. Так, где у меня еще артефакт на повышение скорости? Это здоровье, дипломатия. Вот скорость. Нет, все. А, вот, скорость. Собственно, три артефакта на повышение скорости армии, но ничего из этого не играет. К сожалению. Так, надо крылья ангела обратно на базу вернуть. Да. Три артефакта на повышение скорости. Они не стакаются. К сожалению. Естественно. Так, 256 фей. Прикольно, люблю 256 число. Ребята, это герой 3 во имя богов? Да. В названии стрима это тоже указано. Это воговский герой. 358. Так, теперь мне нужно еще больше серы прикупить. Ха-ха. Чуть-чуть психанул. 500 серы сразу в разок. Шлеп. Так, и здесь еще прикупим всех, отлично. Ну, собственно, 264 элементаля разума. Прикольненько, прикольненько. Не, не Грейв, по-моему, на Термикс, да? Нет, все-таки на Грейв. Так, сюда. Вот, да. Здрасте. Мне интересно просто... Слушай, не просто же так у него вот эта вот армия есть, причем с непрокаченными элементалями разума. Неужели он еще один замок нашел? Или это тот замок, который я у него, собственно, так и не захватил ни разу? Хм. Так. Нет. А, изменить на скорость. Да, забыл опять. Фэр. Сменить на скорость обязательно надо. Ага. Зараза сильная. 7 силы, падла. Бедный феек бьет. Просто вот обидно. Чуть-чуть. Так. Уже. 40 фей магии снял. Шволочь. Так. Повысить скорости. Всем скорости, пацаны. Так. Почему он у меня вышел отсюда? Как ты мог выйти отсюда? А, потому что здесь есть, видимо, какой-то портал. Ну, в смысле, вы поняли. Он даже где-то здесь. Ага, там выход в этот, в подземелье. Там, откуда, собственно, сам коричневый может идти. Хотя выход в подземелье с другого места гораздо проще, честно говоря. Но на всякий случай я прочекаю этот выход, чтобы убедиться в том, что здесь нет никаких вражеских героев больше. Ну, типа того, да. Что нет вражеских героев, которые просто так стоят. И где-то он еще выплыл, кстати. Так, оранжевый сдох, отлично. Он выплыл где-то в подземелье, где есть огонек. Вот он где выплыл. Но он хрень полная. Я ему дам подойти поближе к замку, дальше куплю в замке армию и, собственно, разобью его. Вот у магов какая-то жесть с командиром. Не, ну так-то да. Он просто с самого начала получает огромные бонусы. Вот и все. Потом-то не жесть. Потом все достаточно легко становится. А поначалу, да, поначалу жесть. Я, кстати, так и не восстановил своего командира. Он у меня умер в бою, и я как-то не заходил в город. Я в город только телепортировался, и поэтому я не смог его восстановить ни разу. Эх, опять сапоги мертвеца. Да что за бред-то такой, япона мать. Зато книга магии земли теперь. Хорошо. Мне не хватает только книги магии воздуха. У меня ее, по-моему, не было еще. Так, шлеп. Мне сейчас надо будет наверх. Так, на какой вот на этот замок будет нападать, скорее всего? Это же коричневый, правильно? Он же знает, на кого нападать. Хотя у него армии нет нифига. Я могу захватить последнего замок, потом подождать недельку и все. Так. Куда-нибудь сюда, я думаю, надо двигаться, да.
скажем так, я так сильно подозреваю, что надо вроде как двигаться куда-то сюда. По-моему, настало время еще раз этот проверить. Угу. Так. Оу! Не, слушай, замок смерти, во-первых. Он слева и сверху от меня. Окей. Привет. Опасный дракон. Кстати, он и драконов теперь прапал. То есть он один из компов апал фениксов, второй комп прапал драконов. Теперь эти драконы опасные, драконы-привидения. Я, кстати, не знаю, что делают опасные, честно. Я вот не выучил наизусть, что они делают, ну и почему, да, как бы. Я только знаю, что они опасные, и все. Допустим. До гремлинов я, по идее, смогу дать ему контрудар дополнительный. Да? Изи. 170 фей только не изи. Вот 170 фей реально жалко. Все остальное изи. Так, здесь нет никаких существ, которые я бы мог купить. Что весьма жалко. Так. Плюс одна атака, а то атаки-то мало. Ну и, собственно, плюс-минус, я вроде как уничтожил все замки, которые здесь есть. Мне осталось только подождать неделю. До тех пор, пока коричневый не самовыпилится. Давайте посмотрим. Раз. Я пока буду шлеп-шлеп делать, не удивляйтесь. Два. Я знаю даже, к какому замку он бежит. Я даже знаю, зачем он к этому замку бежит. А также я знаю, что я могу сделать вот так вот. Шлеп, шлеп. Беги, дорогой, беги. Так, беги, лёлик. О, еще один коричневый герой. Окей. Ха, 313 воров просто потому, что у него есть разведка, за счет которой он этих 313 воров наспаунил себе. Если у него разведка не прокачана, то этому герою 313 дней. Хотя, судя по тому, что у него 53 уровня. Это был дабл-клик мышка, ребят, не удивляйтесь. Меня мышка по-прежнему подводит. Да я не про бонус, а про медузу с жирными ляхами. Что? Дример, моя твоя не понимать. Не надо так выражаться, это как-то слишком страшно. Особенно медуза с жирными ляхами. Что? А у этого чувака, кстати, армия-то еще и прокачана. Медленность. Эй! Ах ты сволочь. Так. Ну пофигу на элементали воды, ладно, хрен бы с ними. 267 элементали воды потерял, пипец. Спасибо фениксам за это. Спасибо мышке за это, прежде всего, мискликнувшей. Слушай, подожди, у тебя что, там армия, что ли, крутая? Чё ты на меня так идёшь? У неё же армия копеечная. Да. Не, ну ладно, я даже выйду, завалю тебя, какая разница. Может быть, это, кстати говоря, вообще последний герой на карте, если уж на то пошло. И поэтому он пытается, собственно, в бесполезную атаку на город пойти. На. Суровость-то, на. Опачки! У него замок еще один есть. Пам-пам-пам. Если бы у него не было замка, ему бы не было куда убежать. Так. И где у тебя тогда еще один замок есть, падла? Да ладно. Не, наверняка это не замок, наверняка это переход вниз. Хотя... Блин, я не знаю. Если у этой падлы есть еще где-нибудь один замок, то наверняка должен быть здесь внизу. Либо... Но здесь на поверхности замков больше нет, здесь на поверхности все замки уже мои. Здесь нет больше замков. Значит, замок может быть только в одном месте, вот там внизу, в конце дороги. И все.
Больше для замка места банально нет. Я всю карту уже изучил. Угу. Так, некрозамок здесь. Неделька прошла? Прошла, хорошо. У него, кстати, замок тоже прапанный. Смотрите, про что я говорил, да? То есть мы смотрим, дракона привидения. На 4 солдат в неделю он больше дает. То есть он получал не по 2 дракона, а по 6 в неделю. Это комп сам прапал. Поэтому я говорю, что в принципе-то это не читерство, то, что я могу апать замки. Потому что комп их может даже апать тоже. Причем он их апает гораздо мощнее и гораздо больше, чем я. Скажи мне, что у тебя армия еще охренеть. Охренеть у него еще армия. Пипец. Так, у тебя мышка со спецклавишами и макросами. У меня просто 2 боковых клавиши, и да, на Razer есть макрос. У меня Razer Император. Блин, у него здесь еще армия есть, а? Я еще убежать не могу. Мне надо будет ждать, пока у меня, собственно, этот бой пройдет, к сожалению. Йоу! А, это этот жопушник, командир. А я-то думаю. Мне интересно, стоп. Ты что, тоже прокачан, что ли? Блин, он тоже прокачан. Ну охренеть теперь. Я ни одного дракона сейчас, походу, не убью. Да, тем более, что у него 25% шанс блокировать какой-то там урон. Астральный дух наносит урон 1. Это не читерство, но комп тупой апать все подряд. Хрена там, Аркейн Пан. Он апает дракона в то время, как я, например, не мог апать фениксов, пока у меня ресурсов не было. Понимаешь? То есть это комп как бы немного прихреневший, грубо говоря. М-да. Если я загружусь, я все равно не смогу сюда телепортироваться, наверное. Да? У нее 37 палаток скорой помощи еще сверху. Просто пипец. Мне делать уже нечего. Скажи, что охренеть, какая у тебя охренеть, какая у нее. Охренеть, какая у нее армия. Ладно, падла, ладно. Ого! Вот это я не посмотрел. А вот это, считай, его основная армия, которая у него есть. Охереть, только она почему-то не прокачана. А, нет, кристалли прокачаны. Охереть можно. Медленность на всех легла, охереть можно. Такс. Нана. 4. Ну и бе-бе-бе. Наверное, я по щам лучше от фениксов словлю, нежели от кристальных драконов. О, ваншот был. Так, нанах. Неплохую армию сохранил, наконец, весьма неплохую. У меня, естественно, больше, потому что я с 4 замков ее черпаю. Но он армию сохранил реально неплохую, надо откровенно признаться. А если бы он совместил ее с той армией, которая на меня нападала? Да, и прокачал бы. То есть, если бы кристальных драконов на меня напало порядка 40, это было бы сложно, я бы сказал. Действительно. Ну или если бы я не смог... Ах ты, падла. Кто так делает вообще? Жопа. Йоу. Так, нафиг иди. Так, с фейки живите. Я не могу больше без фей жить. Мне надоело жить без фей. Запарил, мразь. Реально запарил. Каждый гребаный раз он атакует мои бедные баллисты и палатки скорой помощи. Я тебя за это убью. Жопа такая. Базовое нападение? А, давай. Так, да, здесь, слушай, здесь в натуре есть замок еще один. Жесть. Я не думал, что здесь будет замок, честно.
Хорошая картинка, Дриггер. Мат, конечно, но хорошая картинка. Я слишком устал. Ах. А теперь вопрос, интересно, он сможет сюда армию свою подогнать или нет? Мне, естественно, надо плюхать наверх, чтобы захватить у него сверху все, все, что можно, блин, захватить. И вот это бы армии по-хорошему у него, опять же, перебить. Но только он идет куда-нибудь... Вот, снова начинается, да, телепортации, бла-бла-бла. Задница, а? Как он меня бесит этой херней, боже мой. Как он меня бесит. Где у него сраный замок? Вот так вот по капельке эту мразь отлавливать, блин, это так бесит. Я знаю, что я сейчас сделаю, блин, я просто оставлю основную армию, создам вторую нахрен и припрусь сюда ей. Ну потому что он реально бесит. Тупой комп для дебилов, блин. И он, походу, это недельная армия. Либо он ей нападал, либо он ее сожрал только что. Так. Я уж скоро Армагеддоном хреначить начну, но, честное слово, психану же. Мне будет просто настолько пофигу, что я буду Армагеддоном разламывать. Привет, сопротивление магии. Такс. Теперь надо... Окей, я сейчас сделаю умнее. Я, блин, все вокруг разведаю и посмотрю, есть там кто-нибудь вообще, нахрен, или нет. Такс. Все? Все, окей. Я теперь снова могу идти нахрен наверх. Да, и нахрен, и наверх одновременно. Бесячий комп. Если бы у меня портала в город не было, я бы вообще ничего из этого сделать не смог. Я просто запарился именно бегать за ним. Потому что это бесконечная беготня за компом была бы. Так. Где-то тут твой замок жопа был. А, вот он. Ну, собственно, просто варьё, просто разведчик. А вот его основная армия. Недокупленная. Так. Нет, сначала я завалю его армию, чтобы эта мразь просто больше не вернулась ко мне. Подожди, что-то не похоже на основную армию. По-моему, у него всего побольше было. Он что, умудрился свою армию? Вот снова, он, походу, разделил свою армию и снова направил ее в разные стороны. Мне так сильно казаться уже начало. Реально, запариться можно бегать за ним. И почему-то у него оруженосец 15 уровня, прокачанный личи. Офигеть. Так, возвращаемся к нашим баранам. Или основная армия у него только что телепортнулась вниз. Да, здесь вообще мелочи. У него вот, ага. Вот его основная армия, он ее разделил причем. Я не знаю, сознательно он ее разделил. И отправил половину армии в одно место, половину армии в другое место. Видимо, чтобы города умудриться захватить больше. Больше городов умудриться захватить. Короче, та еще мразь, конечно. Просто пипец вымораживает.
И вас тоже цепной молнией вылечим. Оп. Ага, у него варьё уже наспавнилось. Уже? Такс. Окей, нахрен, и тебя вылечили. Так, теперь бы мне за ним угнаться. А учитывая, что у него есть телепорт... Мне, кстати, он не... Он всю армию нафиг отдал. Вообще, всю. Вау, а здесь у меня неплохая... Слушай, это его основной замок, походу, был. Серьезно? Это основной твой замок? Плюс 6 драконов в неделю. Плюс 8 рыцарей смерти в неделю. Плюс 20 личей в неделю. Он реально этим каждый день занимался. Плюс 28 вампиров в неделю. Плюс 45 привидений в неделю. Плюс 16 зомбарей в неделю и ни одного скелета. Это жесть у него там замок, слушай. Охренеть у него основа был. Так, где ты, где ты, где ты, чтобы я тебя сразу достал. Греф, это реально был его первоначальный замок. Не более прапанного замка у него просто банально нет. Телепортирующийся мразь, а? Здорово, пингвин. Такс, так, молитва. Молитва. Здесь даже самое сложное, вот намного интереснее было бы, соедини он все свои армии, просто вот встретимся мы с ним на чистом, в чистом поле. Против там 40-60 кристальных драконов, я бы не уверен, что я нормально справился, потому что это огромная мощь. А так, он свои армии разъединял, и да, я выиграл поэтому. Ну, в принципе, как-то так.